И напоследок, водители городских трамваев, троллейбусов и автобусов теперь одеты по форме. В КТТУ ввели для своих сотрудников единую спецодежду – фирменные голубые рубашки с логотипом предприятия. Летом с коротким рукавом, зимой с длинным. Комплекты уже получили более 1000 водителей общественного транспорта. Форма хорошая, мне нравится. Подчеркивает определенный статус водителя. Отношение пассажиров другое на самом деле. Рубашка стандартного качества, нормальная. Голубой цвет – это транспортная структура, всегда так было, мне нравится. Как подчеркнули в трамвайно-троллейбусном управлении, это новшество – часть общей стратегии предприятия по развитию и повышению престижа общественного транспорта. В ее рамках трамваи, троллейбусы и автобусы уже оснастили системами ГЛОНАСС, кондиционерами, Wi-Fi. На остановках появились информационные табло. В ближайшее время на нескольких десятках трамваев и троллейбусов будут установлены электронные маршрутоуказатели, сообщает в КТТУ.